котята, с вами я Уткаток, и как вы, наверное, уже могли заметить, я опять переехала. Переехала я в домик Бонзай, я потихонечку еще перетаскиваю вещи. Не обращайте внимания, что у меня кори на голове. В общем, я увидела в Play Market очень крутые новости от разработчиков, что нам скоро вернут подарки из 2021 года. Я просто в шоке, потому что я тогда еще не играла в Токубоку, но я знаю, какие будут подарки. Да, токотуберов я тогда уже смотрела, но еще пока не снимала. Что ж, ну а теперь давайте посмотрим видео от разработчиков. Вау, Крампетик так мило сказал. Так, ладно, сейчас не об этом. Давайте подведем итоги. Что мы имеем? Мы имеем мини-обновление, из-за которого мне придется переустанавливать току, а значит, у меня слетит ток, и мне придется заново отстраивать домик Бонзай, который я строила очень-очень долго. Я этого совершенно не хочу, но я хочу гору подарков, ребята. Ну, давайте не будем о грустном, 26 июня выйдет это обновление, тогда и посмотрим. Что ж, ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, напишите в комментариях, как вы относитесь к этому обновлению. Всем удачи, всем пока-пока. Извините, что видео получилось таким коротким.